Спасибо. Ну, Андрей, можете пока не бежать, я еще какое-то время буду вас грузить здесь. Привет всем. Большое спасибо всем, кто пришел, кто проигнорировал сегодня Fates Warning, Scorpions и другие соблазны жизни и пришел насладиться искусством клуб Алексея Козлова, который вот уже год с небольшим приветствует в своих стенах прогрессив рок в лице такой серии концертов Prog Day, на которой мы журнал InRock, вот он журнал, стараемся находить, раскапывать, приглашать, искать интересные команды самых разных направлений. Некоторые из них потом начинают отрицать, что они прогрессив. Ну, в общем-то, это даже не так важно. Главное, чтобы это было интересно и хорошо. Вот, в частности, один из таких музыкантов — Андрей Бессонов. Это человек множества музыкальных лиц, множества музыкальных талантов. Это касается как инструментария, то есть он кларнетист, гитарист, вокалист, сочинитель прекрасных песен. Кроме того, он играет блюз прекрасно, он прекрасно играет авангард. И вот в своем сольном творчестве у него скорее песни. Он одним из своих кумиров он называет, например, Дэвида Бирна, то есть персону, явно имеющую отношение к искусству, но, наверное, не совсем привычную, скажем так, обычной аудитории прогрессива. Но, тем не менее, послушав его альбом Remove, мы были так этим тронуты и впечатлены, что решили, что надо его сразу же позвать, и это и сделать. У этого альбома Remove есть еще некая предыстория. Была такая прекрасная команда Move Red Objects, которая фактически вот и переросла в этот сольник несколько с другим составом. И эта команда, она тоже очень хорошо себя зарекомендовала. Она играла на Пустых холмах, она дала несколько блестящих клубных концертов. В общем, можно сегодняшнее в некотором смысле рассматривать как продолжение Move Red Objects, потому что вот та команда у меня очень теплое чувство в душе оставила, пока она существовала. Это то, что касается первой команды участницы нашего дня, или, скажем так, первого музыканта-участника со своей командой. Вторая группа приехала к нам сегодня утром из Санкт-Петербурга. Pandora Snail, то есть Pandora Улитка. Она первый раз играет в Москве, так что это очень ответственное событие. У себя в Питере они уже хорошо знакомы, они собирают довольно хорошие залы, играли там на нескольких прогрессив-роковых сессионах вместе с Роз Виталисом и другими хорошими командами. Ну вот теперь у них пришла пора открыть для себя Москву, а в Москве, соответственно, открыть для себя группу Pandora. Я очень прошу даже тех, кто пришел вот лично на Бессонову, потом подождать и надеюсь, что музыка Pandora Snail вам тоже понравится. Ну и под конец еще несколько таких банально рекламных и прочих объявлений. Во-первых, я, журнал InRock, вот мы сделали наш новый номер. Он вышел буквально только что, в прошлую пятницу. Я вот весь день сегодня бегал его, разносил по очередным точкам, и у вас есть прекрасная возможность его купить здесь, совсем еще свежий, по очень человеколюбивой цене в 100 рублей, а также несколько старых. Кроме того, во-первых, есть лейбл Artbeat, который издает множество дисков прогрессив-рокового направления, в том числе Костарев, Аскорбик Эйсид и много-много-много-много других. Пожалуйста, подходите, спрашивайте. Все эти диски можно спрашивать на барной стойке. Они подойдут к таинственному сейфу с ключиком и достанут оттуда вам то, что вам интересно. Также они лежат вот там, в той сияющей витрине. Тоже можно их изучить, посмотреть. Есть там, например, свежий альбом Алексея Семеновича Козлова и группы Арсенал. Это первое. А второй лейбл — это Геометрия, который является, так сказать, специальным гостем нынешнего шоу. Находится он вот там прямо в углу, где стоит большой красивый баннер. И в каталоге лейбла Геометрия есть также много-много-много интересных проговых релизов. Среди них, естественно, «Вежливый отказ», «Пермишель оркестра», «Князь Мышкин»,
джунгли и многое другое. Смотрите, это уже классика, жанра, классика нашего отечественного прога. И теперь я на некоторое время умолкаю и приглашаю на сцену Андрея Бессонова и его команду. Приветствуйте. Добрый вечер. Мы будем вас, видимо, развлекать перед серьезным событием. Вот, потому что нас смело поставили вместе с группой, которая играет настоящий прогрессив. Вот, разницу вы заметите. Вот. Чтобы ваш вечер весело начинался, видимо, мы и поиграем. Thank you.
waste no time. I watch the winter come and go and self. I share something wise and I say, I hope you're not bisexual. Люди, которые... Я думаю, среди вас есть люди, которые послушали мой альбом. Он лежит в интернете. У меня есть сайт andreybessonov.ru через дефис, а еще .com. У меня есть два сайта. Там лежит альбом, у кого-то телефон на сайте. В общем, да, там есть такая песня I hope you're not bisexual. Очень мило отметили как раз в журнале «Инрок», что только человек с юмором мог сочинить такую песню. Я очень благодарен. И мне придется спеть в этот микрофон, да. Это интересно. Петя. We'll be right back.
and unjust man, an unjust man to my eyesight. I'm too red. So
Спасибо большое.
горячее желание представить людей, которые со мной сегодня играют, и так отметить ровно середину моего сада. На барабанах играет Петр Талалай. Человек, который, я думаю, часто выступает на этой сцене, потому что здесь играет всякий джаз и прочая креативная музыка. Ну, когда позитивная, когда негативная. И Петя Талалай в этом очень активно участвует. Особенно в негативных, да. Это, видимо, до усталости, например, да. На бас-гитаре играет Андрей Тришин. На гитаре играет Денис Шевченко. Соратник по блюзу. Я позже представлю пятого участника. А мы сыграем песню «Dirge, not a letter». И я сыграю ее там и спою тоже.
Лена. Елена Степкина. Присоединяется к песням Do Without It. Совсем она не записана, и в общем, никто ее из здесь присутствующих не слышал.
мы готовимся ее играть, я хочу сказать большое спасибо Владимиру Миловидову, журналу «Инрок» и всем прочим сотрудникам журнала «Инрок» за то, что они нас сюда позвали сыграть в таком хорошем зале, на такой симпатичной сцене, с таким хорошим аппаратом, с такой приятной публикой. Песня «Shame Not Redhead», если вы пойдете на мой, например, сайт andreybesonov.ru, через дефис пишется, и скачаете, например, мой альбом, то там это самый первый трек. И сейчас вы его услышите вживую. Песня про рыжую бесстыжую. Thank you.
и завершающая песня нашего сета, после которого я вам рекомендую послушать группу Pandora's Nail из Санкт-Петербурга. Когда я узнал о том, что этот концерт будет, я, разумеется, послушал эту группу ВКонтакте. И она мне там показалась такой сложно устроенной и довольно нежной. А сегодня я застал часик саундчека, и они сложно устроенные и не очень-то нежные, поэтому... И я имею в виду это как комплимент, абсолютно серьезно. Такие мощные, умеющие играть, довольно громкие и, в общем-то, гораздо более агрессивные, чем я ожидал. Так что рекомендую. Это будет совершенно другая музыка, нежели вот у вас. Очень похоже высокого уровня. Я хотел бы напоследок представить еще раз музыкантов, которые со мной оказали мне честь со мной сыграть. Давайте с другого конца начнем. Клавиши, вокал — Елена Степкина. Гитара — Денис Шевченко. Бас-гитара — Андрей Тришин. И барабаны — Петр Талалай. Меня зовут Андрей Бессонов, и мы играем последнюю песню. Называется «There is nothing you can keep». Next time.
Спасибо еще раз. Очень доброжелательный и приятный вечер. Всем хорошего продолжения этого вечера. И я думаю, что Володя Миладинов скажет еще пару слов, но в принципе вас ожидает группа Pandora Snail. Пожалуйста, совсем немного слов. Я вот тут хитрый человек, посмотрел сет-лист этой группы, и там кое-что еще написано. Так что хлопайте. Вы можете хлопать? А, во, отлично, я думал, ничего не выйдет. Вы серьезно, что ли, да? Пьену еще нужно выкинуть. Ладно, напоследок тогда песня, которую, к сожалению, я не сумел сочинить сам. Пришлось это сделать другому человеку. Возможно, поэтому она такая клевая. Песня более... более-менее сочиненная по мотивам Орвелла. Я подозреваю, что Бероза.
аплодисментов Дэвиду Боуи. До свидания. Ну что ж, спасибо Андрею, спасибо его прекрасной команде, которая оказала честь, сыграв с ним, и оказала честь всем нам, сыграв перед всеми нами. Я хочу сказать свое личное впечатление. По-моему, песни нашего автора-исполнителя ничуть не хуже песен западного автора-исполнителя на ту же букву. Причем. Потому что сочинить хорошую песню — это на самом деле гораздо сложнее, чем записать четверной альбом какой-нибудь прогрессивный. Дорогого стоит. Да, а когда еще записать альбом хороших песен, то это совсем хорошо. Поэтому ищите, заходите на сайт andreybessonov.ru через дефис. Там есть ссылка на весь этот альбом, практически все, что сегодня звучало с него. И слушайте, наслаждайтесь. И ждите группу Pandora Snail, которая сейчас будет готовиться к выступлению. Пока что вы можете купить наш свежий номер, наши предыдущие номера. Просто сказать что-нибудь хорошее, ну и проводить весело время. Всем привет! Вас приветствуем мы, группа Pandora Snail. И мы начинаем. We'll be right back.
От группы Gentle Giant пришли к группе Flower Kings и пошло-поехало. И вот видите, какое искусство сильное объединяет разный пол и разный возраст. И вот наши с холодных берегов нашего Петербурга мы перевезли вам наше душевное тепло. Надеемся, вам понравится. Приятного вечера. Да, сейчас мы вам исполним композицию, которая называется «Джеймс Бонд». Не от слова «бонд», а от слова «понт». Это композицию мы буквально недавно выложили ВКонтакте. Кто кому не лень, можете послушать, зайти просто посмотреть. Эта композиция самая, пожалуй, телесная из того, что мы написали. Вы поймете, о чем я говорю. Это композиция, что примерно приготовит вас. Это о жизни подростка, о том, какая она нескладная. О том, как он сопротивляется миру, который вокруг него, как мир его подминает под себя. И о том, как он хочет быть лучше, хочет быть правильней. С другой стороны, он агрессивен по отношению к миру. Но, тем не менее, внутри этот маленький человек очень большой и широкий романтик. Так вот композиция «Джеймс Бонд». Thank you.
Всем спасибо. Концерт такой же. Слезы матери. Следующий альбом,
следующий альбом у нас будет такой космической тематики. Поэтому сразу предупреждаю. А, первый военный, кстати. Сейчас прозвучит композиция уже с второго альбома, еще пока не написанного, но уже пока в голове имеющегося. Называется довольно странное название, но если кто знает, то знает. Затмение Эпсилона в созвездии Возничего. Довольно такой странный, немножко, мне кажется, мрачноватый. Thank you.
хочется сказать что-нибудь хорошее. Следующая композиция тоже относится больше ко второму альбому, но она более позитивная. Как раньше, помните, в 60-е, 70-е годы говорили «Через тернии к звездам». Когда-то мы мечтали о звездах, потом перестали. Вот композиция называется «Путь наверх». Thank you.
Saturday. Thank you.
спасибо. Хотелось бы представить участников группы. Бас-гитарист Кирилл Клюшин. Артем Гореев, скрипка. Ульяна Горг, клавиш, композитор. Игорь Чередник, наш бессменный барабанщик. Я, композитор и гитарист Олег Горгадзе. Thank you.
Мне огромное спасибо Владимиру Миловидову за то, что предоставил вам такую возможность выступить здесь, у вас. Передаю ему микрофон. Есть сейчас специальный микрофон, чтобы не передавать. А можно его так вот? Да, стерео Миловидов будет. Но лучше не экспериментировать. Так вот, Pandora's Nail, я вас просто обожаю в десятикратном размере после этого концерта, потому что это музыка, которая по записям разным контактным, она просто нравится, тут она буквально уносит куда-то за собой. То есть молодцы, молодцы, такая сыгранная, такая прекрасная группа. Мне кажется, что она должна стать открытием для, ну, для всех нас и для гораздо большего количества слушателей в Москве. Будем над этим работать. Также приходите через месяц, ну, чуть больше, чем через месяц, 26 ноября. У нас будет еще одна команда из Питера прекрасная. Это Роза Виталис. Мы о них писали. Вы их, может быть, знаете, может быть, еще узнаете. Это очень интересная, самобытная, хорошая, добрая команда. И вторая команда, она тоже не из Москвы, это Happy 55 из Воронежа. Это просто очень высокого уровня коллектив, трио. В нем есть авангардная такая составляющая. Это музыка авторская, композиционная, там чембер, рок можно это назвать. То есть вот когда мы были недавно на фестивале Rio Festival во Франции, получили там огромное множество впечатлений. Это прекрасное сказочное место, сказочный фестиваль. Там выступило много прекрасных команд: Universiro, Present, Guapo, Faust и так далее, и так далее, и так далее. И вот я когда думал, какие команды могли бы из наших там сыграть, то вот Happy 55, они мне очень даже вспомнились. Они будут играть у нас во вторник, а еще там где-то рядом в клубе «Дом» на фестивале «Длинные руки». Тоже, кстати, очень интересное мероприятие. И еще что будет хорошего в ближайшее время? Ну, вы все видели на дверях клуба афишу трио Henderson Berlin Chambers. Это, я думаю, будет удивительное событие. Это практически группа «Неоцин», так, некоторым боком. Поэтому я думаю, что туда стоит сходить. У нас тут в редакции уже целая делегация собралась на этот концерт 29-го, если ничего не путаю. Дальше в клубе Козлова будет концерт Костерев Групп после долгого перерыва. Ну, по меркам Костерев Групп долго. Они снова играют. Летом я видел их акустическую программу очень классную. Я надеюсь, что они ее и здесь тоже представят. Потом будет... Ну, на самом деле, очень много всего будет. Еще 17 ноября наши друзья, коллектив энтузиастов гитарной музыки Guitar Player Party, привозят французского гитариста-виртуоза Кристофа Гадена. Он много раз уже был в России. Этот приезд его мастер-классовый, то есть он будет рассказывать, шутить, он большой шутник, шредить, он будет играть интересно, и шутит он тоже хорошо. Это будет 17-го в Меццо-Форте. Обратите внимание. Ну и, в общем, чтобы вы тут совсем не заснули, хочу сказать спасибо, что пришли, спасибо, что предпочли этот вечер Фэтс Уорнингу, хотя я уверен, что Фэтс Уорнинг тоже был классный. Вот, и надеюсь вас видеть через месяц и более регулярно, более часто, может быть. Читайте Инрок, приходите в клуб Козлова. Спасибо. До встречи.